Всем привет, всем здравствуйте! Вы с Ириной Якут в Америке. И на моем канале у меня сегодня шикарная новость. У меня распустился большой куст гвоздики, и у нас прилетели колибри. На самом деле я шучу, но это правда, и это лишний раз подтверждает, что жизнь налаживается. А сказать я вам коротко хочу о посылках. Сегодня я была на почте, и у нас одна посылочка вернулась. Одна единственная, вот в Израиль отправляли мы 23 марта. И она вернулась мне домой. Это я вам хочу рассказать про то, чтобы вы не волновались, если кто-то свои трек-номера отследит, и вдруг где-то такая ситуация еще выскочит, то не переживайте, они ее приносят назад. И я вот прошло 2 недели, я сегодня сходила, ее отправила. И все основные посылки у нас тронулись. Несколько посылок уже в Москве. Можете проверить свои трек-номеры. Самолеты полетели, то есть как бы вот во всяком случае грузовые посылки поехали. И сразу прошу не волноваться тех, у кого посылки были отправлены вот первыми числами марта, потому что у нас даже вот в Москву, я там несколько посылок сборных отправляла, мелочевки всякие девчонкам, посылку, которую мы отправляли, по-моему, 16 марта, она до сих пор еще по трек-номеру в Сан-Франциско, и после нее мы отправляли посылку 27-го, в общем, и потом еще одну сборную. Вот самая последняя посылка ушла, а 2 предыдущих все еще в Сан-Франциско. Поэтому вы можете начинать следить за своими трек-номерами, кто ждет посылки, но вы имейте в виду, что, ну, я для себя как это объясняю? Почта это никак объяснить не может, хотя я видела, что почтовые склады обычно они вот загружают вот так вот, и когда самолет приходит, они их отсюда и разгружают. Ну, может быть, они как-то загрузили так много, что им потом надо было прогружать в самолет. В общем, получается так, что последние посылки начали лететь. Но раз они начали лететь, в любом случае, они тоже были там 20 какого-то марта отправлены, то следующие тронутся и эти посылочки. То есть посылки, которые мы отправляем сейчас, я надеюсь, что они как раз будут проходить без задержек, и они будут доукомплектовывать теми посылками, которые нас ждут. И в связи с этим я прошу вас написать мне, кто, если отправляю мою посылку, то в WhatsApp, конечно, потому что по WhatsApp я вас идентифицирую, а под видео я не всегда знаю, чей ник кому принадлежит. Вот, поэтому пишите мне, Ирина, меня отправляем, потому что я последнее время не стала паковать коробки, несколько раз распаковывала, потому что что-то девчонки докладывали. Некоторые девчонки сейчас мы ждем, что-то придет, поэтому я, естественно, их отправлять не буду. А все остальные пишите, я буду упаковывать и ходить. В общем, хочу сначала у вас спросить, что вот оно тронулся только лед. Если кто-то хочет, потому что есть босоножки, девчонки заказали, какие-то блузки летние. Ну, понятное дело, хочется их поносить, чтобы уже через 2 недели они прилетели до вас. Поэтому вот у кого такие вещи, напишите мне. Меня отправляем сейчас. Вот. А так вообще я в течение какого-то времени, там в течение недельки буду смотреть, как дальше происходит ситуация. И потихоньку посылки буду комплектовать и утром заезжать на почту отправлять. Поэтому я себе список составлю, вот, а вам это видео для тех, кому срочно-срочно нужно, чтобы я отправляла, что посылки тронулись. Пишите мне, что вы хотите, чтобы я вас начала отправлять. А у меня еще к вам, знаете, какой вопросик. Кому-то мы тут заказали от Патриши Нэш такие лоферы 9-й размер. И что-то я, видимо, не записала их, кому я их заказала. А сейчас перечитывать всю переписку так сложно. Отзовитесь, пожалуйста. Ботиночки пришли. Вот. Ну и, наверное, еще очень главная новость, тоже интересная. В подтверждение того, что все как бы жизнь налаживается. Я сегодня даже, кстати, слушала речь президента России. Все внимательно. То есть, слава богу, там тоже все налаживается, все двинулось. Ну, кроме, я так понимаю, массовых сборищ. Вот, я даже полезла искать билеты себе уже на июль, думаю, так, все налаживается, мне нужно лететь в Россию. Вот, а еще-то новость какая хорошая, магазин-то наш любимый, дилер, завтра тоже открывается, и я хочу завтра туда сходить, то есть будем надеяться, что все у всех будет хорошо. Берегите себя, пожалуйста, я всех обнимаю, всем пока-пока.